Вот он. Прирост одного года, да, вот можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это елочка лет около 12, ярко выражена. Метр будет, если со звездой, а росла десятилетия с лишним. Потому лесничие у себя дома редко ставят живые елки, а за их продажами не только по обязанности следят. Давайте разбираться по соснам. Сосны, говорю, перекупила сосны. Вам, да, в суде придется доказывать, у кого вы перекупали. Я обязан... Участника, вот человек подошел к золотому ключику, еще привез, раз говорю, 6 сосен. Еще раз говорю, вам придется доказывать в суде. А по какому праву участник их срубил? Это редкий случай. Елок, срубленных без юридически оформленного разрешения, продажи в Вологде почти не бывает никогда. Впрочем, претензий к продавцам у полиции и лесников хватает. Отсутствие трудовых договоров, разрешений на торговлю в данном месте. И, соответственно, отсутствуют бэджики и прескурант цен. От 500 до 1500 рублей такой штраф может наложить мировой суд. Но даже в этом случае елочных торговцев в накладе не оставят. Прескуранта потому и нет, что по каждой елочке договариваются отдельно. Сосенки у нас стоят 300-350 рублей. Зависит от пушистости. А елочки... Вот, допустим, если такая, то у нас будет 300 стоить. Побольше елочки и попушистее у нас будет уже 400-450. Торг, если не приветствуется, то дозволяется. Это елки, которые выросли в поле, безупречны. А к тем по-настоящему лесным придраться можно. Они же больше вверх росли, пушистости им явно не хватает. Одни приходят, говорят, это болотная, это такая, это всякая. Критикуют вообще по-разному, как могут, честно. Ну, не знаю, берут все-таки, надо же Новый год. Некоторые берут, ставят пластмассовую елочку и пару веточек, чтобы запах был. Миленькие, бабушка, веточек не дадите? Дадим, дадим. И дают, конечно же, не даром. За букет из 3 полтинник. И ветки тоже будут наряжать. Для многих подготовка к празднику – семейный ритуал. У моих родителей есть одна игрушка. Они спорят, чья это игрушка. От кого она досталась? От маминой бабушки, от маминой мамы или от папиной мамы? Чтобы елочка дома прожила побольше, добавляют аспирин и добавляют сахар. Но это такие давно известные способы. Вот один из новых способов, прочитанных в интернете. Нужно каждую неделю добавлять в воду, в которой стоит елка, 10-15 граммов водки. Но это такой способ непроверенный, его еще нужно проверять. И проверять елочные базары вплоть до Нового года будут. За соблюдением торгового и лесного законодательств контролеры бдят. И самому с топором в лес идти уж очень не советуют. Всю экономию может съесть приличный штраф. Если стоит на дороге машина, там нет ни речки, ни озера, что это не рыбак, да и от нее идут следы в лес, по этим следам обязательно сотрудники пройдут. И не должна предновогодняя история превращаться в детектив. Разве что в мюзикл. Вот продавцы елок пританцовывают на морозе, по вечерам сами говорят, без угрева даже и поют. Юлия Махва, Игорь Трифонов, новости.